Привет всем владельцам техники CFMOTO и всякой разной механики. Просили меня, значит, сделать обзор на мой шлем. Типа, мало обзоров на эту фирму в интернете. Ну, пожалуйста, ребят, получите. Кратенько расскажу. Это шлем Somon. Покупался на Алиэкспрессе. Значит, что особенного? Ничего особенного. Значит, среднее качество, средние деньги. Почему? Смотрите, 1450 он весит. По стандарту ECER защита у него, насколько я понимаю. Это не те шлемы, которые, знаете, там вот раскалываются, еще не приходя к вам, они уже бывают, что расколотые. Это довольно такой качественный шлем. Значит, очки в комплект не входят. И по очкам, очки, кстати говоря, хорошего качества. Сейчас я по ним чуть-чуть попозже расскажу. Итак. Кстати говоря, видите, у нас тут вон Rotex стоит у меня на столе. По нему выйдет видео тоже очень скоро. А по поводу шлема, значит, покупался, значит, это у нас L типа 60. У меня размер головы 58. Значит, получается, на подшлемник, на зимний, вот он нормально плотно садится. Если у вас, соответственно, голова больше, покупайте себе размер побольше. Значит, по застежкам. Здесь застежечка вот такая, на защелочках. Кому-то не нравится вот это все дело, кто-то любит вот на такой вот штуке, на металлической, но это очень удобно. Кстати, вот эта вот штучка, нет, она пластиковая, мне показалось, она металлическая. Что дальше? Подкладочка, вот эта вот отстегивающаяся, который надо мыть. Но, конечно же, ребят, лучше всего ездить в подшлемниках, потому что вот эти подкладки, потом, не знаю, как их приобрести, вытираются. Вот надо ездить в подшлемниках, менять подшлемники, а не мыть вот эти вот прокладки, если так это можно назвать. Значит, проветривание у него здесь есть. Получается, задняя часть. Вот тут передняя часть, большой нос, видите, с клювом таким. Здесь никаких больше защелок нету. Вот сзади часть еще проветривания. Обычно бывает, что здесь еще можно перекрыть воздушные каналы, но здесь вот воздушные каналы не перекрываются. Шлем сидит удобно. Краска не слазит, там все, он не воняет, все нормально. Так, дальше по очкам. Значит, очки подбирал у того же продавца, яркие, красочные, красные, там под куртку CFMOTO я брал, но оказалось, куртка CFMOTO немножечко холодновато на ней ездить зимой. Так, значит, стекло здесь сменное у этих очков. Вот это у меня стоит белое, есть еще синее стекло. Можно лепить вот сюда такие стикеры. Это, и вот видите, этот, кто участвует в мотокроссе, чтобы не протирать постоянно очки, берете просто стикер, раз, отлепляете, и у вас опять чистые очки. Вот в комплекте там было там три штуки, ну, я такой фигней не пользуюсь. А так, в принципе, удобно. Потом, что еще? Эти вот очки, во-первых, у них крепление, вот видите, вот здесь сбоку идет. Вот так оно сделано, чтобы плотнее прилегали они к лицу. И вот такое вот двойное уплотнение идет. Если мы вот возьмем сейчас вот очки, вот эти вот, CFMOTO, видите, у них уплотнение такое вот одинарное, и крепятся они на неподвижную вот сюда вот
пластину. То есть это вот самые бюджетные очки, которые мне подарили. Ну, дареному коню не смотрят. Но, тем не менее, вот. Вот эти стоят 3000, и вот эти вот тоже стоят 3000. Ссылочку, как всегда, на продавца я оставлю внизу под видео в описании. А кто не хочет пропустить новые видео по мотору и снегоходу, обязательно трогайте свои колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. Ну и кто считает видео полезным, обязательно ставьте лайк. Кто считает видео бесполезным, ставьте дизлайк. Всем пока, увидимся на канале.